Всем привет, вступая Байберс, да, вышел долгожданное обновление 3.9.0. И в этом видео я вам покажу, что туда добавили, секреты этого обновления, баги этого обновления и, конечно же, пасхалки. Ну а мы начинаем. Давайте начнем с того, что туда добавили. Добавили вот такой вот офигенный скин на мышь. Также добавили вот такие вот крутые лица на нее. Еще у этой мыши в костюмах есть вот такие вот разноцветные мышки. Шляпы нам добавили вот такие вот. Также в ногах нам добавили вот такие вот. Также вот такие вот клювы всякие, бороды и усы. Вот такие вот украшения всякие нам добавили. Нам добавили вот такие вот всякие страшные костюмы. Вот такие вот анимации нам добавили. Также вот такие вот предметы. Все, мы закончили с тем, что добавили. Давайте начнем с того, что узнает мало игроков. Допустим, вышло еще две мини-обновы, и теперь у нас версия 3.9.02. Сейчас я покажу, что в них пофиксили. Вот, смотрите, это видео записано на версии 3.9.0. Давайте, смотрите, заходим на абсолютно любую карту, вот база 01. И смотрите, вы это видите? Я не знаю, на записи это видно или нет, но тут очень сильно лагает. Тут, я не знаю, даже когда я вот оружие листаю, тут как будто очень такие мини-лаги, я не знаю. Вот все, я на версии 3.9.02, и вроде тут это исправили, и теперь тут не лагает. Также на версии 3.9.0 было очень много багов, и в этих мини-обновах большую часть багов пофиксили. Вот я опять на версии 3.9.0, и смотрите, я вам показываю, какой баг здесь был. Вот так вот, мы стреляем с лазерной базуки, а тут какие-то фиолетовые текстуры. Хорошо, что сейчас это пофиксили. Ну все, приступаем к пасхалкам. Их в этой обнове очень мало. Начнем с самого простенького, пасхалки в меню. Смотрите, вот карта лава, заходим в магазин, самолеты, и вот это вот такая вот лягушка. Вот я вышел из магазина, и вот еще одна пасхалка. Давайте теперь я вам покажу пасхалку на карте Чалахау снег. Вот такое вот меню, и это опять будет пасхалка на тигра. Давайте, вот она. Давайте теперь пасхалка вот на этой карте. Вот, смотрите, заходим в магазин, и вдалеке у нас вот такая вот лягушка. Для второй пасхалки нам нужно сделать баг. Вот мы сделали его, там был тигр. Сейчас вам покажу повтор. Так, все, давайте сейчас вам покажу пасхалку на карте. Все, сейчас сяду в ракету, вот, пусть он тоже садится. И вот, летим, получается, вот к этому знаку. И вот на этом знаке есть вот такие вот крылья. Если мы подберем вот эти вот одни крылья, то у нас в магазине появятся вот такие вот два вида новых радужных крыльев. Мне на самом деле эта идея не очень нравится, ведь я хочу, чтобы мы могли все-таки подбирать по отдельности. И все, пасхалки кончились, но нет, не отключайтесь, ведь сейчас вам буду показывать секретные вещи. Мне написали миф, то, что арбуз может якобы защищать как щит. Блин, походу нет. Также теперь в бесплатных монетах у нас вместо 5 монет появилось 150 монет. Скорее всего, это связано с какими-то конкурсами от ютуберов и раздачами монет от ютуберов в их телеграм-каналах. Ну и кстати, в моем телеграм-канале также проходит конкурс на 1 миллион монет и раздача монет практически каждый день. Поэтому переходи в мой телеграм-канал по ссылке в описании и участвуй. А вы знали то, что новый персонаж мышь и вообще всякие другие предметы взяты из другой игры? Хотя, возможно, разраб купил эти модельки, но это все равно не отменяет того, что они уже до этого были в другой игре. И вот как это все выглядит. А сейчас вам покажу баг, который меня бесит больше всего. Смотрите, заходим в костюмы, и вот, у нас два вот таких вот костюма, они просто какие-то пиксельные, странные. Я не знаю, почему они такие... Я еще какой-то баг словил. Ладно, я сейчас вам покажу. Вот смотрите, какие странные эти костюмы. Этот баг меня бесит больше всего. И почему его даже не пофиксили. Ну и что хочу сказать по итогу. Обнова немного сыроватая. Очень мало пасхалок, хотелось бы побольше. И очень мало контента для ютуберов. Ну ладно. И на этом все. Всем пока.